Всем привет, народ, с вами Ник Фрост, добро пожаловать в Mortal Kombat Mobile, это отряд подписчика. Значит, играем. Должен я сказать, что я вот только сейчас заметил, что слабая Мелина может ей молот дать, чтобы она чуть лучше смотрелась. Короче, это отряд подписчика, я давненько не играл уже в Mortal Kombat. Вышло обновление, особо ничего она кардинального не принесло, кроме этих картинок, да, испытания на Мелину. Поэтому я сыграл, по-моему, 2 дня я в него поиграл. Записав 2 или 3 ролика, я сделал, как обычно, небольшой перерывчик. Сегодня мне просто захотелось, просто я соскучился по Mortal Kombat. Это связано с, на почве того, что... А ну, один момент, я микрофон поправлю. А то он как-то сильно высоко был. Так, это связано, знаете, с чем? С тем, что я как-то сегодня рылся в Steam. Сейчас идет распродажа. И наткнулся на то, что в Украине Combat Pack продают с 50% скидкой, а саму игру нет. Да я как-то на это дело глянул, думаю, о, я давненько в комбат не играл, надо будет это глянуть, что там. Так что вот на этой почве я играю. Я, если честно, даже не заходил на 4 PDA, где обычно я качественный графон с это самое скачиваю. Надо будет, кстати, как-то глянуть. Да, наверное, вот этот ролик я запишу и посмотрю. Или не буду. В принципе, так все нормально. Не знаю, еще не решился. Рейден очень четко играет первым. Очень классно его ставить первым, поскольку он постоянно регенерирует. Все попытки отобрать у него силу заканчиваются тем, что... Так, а ну, у него какой прием? Она кровотечение хотя бы не делает вторым приемом. Заканчивается тем, что силу он наоборот получает, а все попытки его поджечь, отравить или что-то в этом духе сделать, тоже только плюсы для Рейдена. Ой, что-то я не то нажал, ну ладно. Бывает, немного задумался о том, что распродажа идет. Я реально ни одной игры еще не купил и не знаю, буду ли что-то покупать. Есть некоторые игры в списке желаемого, на которые и скидки приятные, но... Дефицит времени сводит все на нет. Типа, ну куплю и что? Когда я в него буду играть? А тогда есть там некоторые у меня хотелочки. Но ничто не мешает им. Учитывая, что я сейчас играю в игры 15 года, да, у меня сейчас 2019, а я в Steam у себя в основном добрался до игр, которые вышли в 2015 году, то... Скажем так, ну не купишь ты на летней распродаже, ну купишь на осенней. Никуда они не убегут. Так, сказать по поводу отряда мне реально нечего. Просто нагибаем и все. Да, немного банда с разных фракций. Я такое дело не сильно уважаю, но как бы желание подписчика выполняю. Вот сейчас Рейдена красиво подожгли и Рейден у меня регенерирует. Это плюс. Так, ну, можно попробовать поиграть Мелиной. Все-таки надо было ему отдать, чтобы она как-то чуть-чуть получше маслала. Кусь-кусь-кусь. Соточка, ух ты! Да, если бы дал бы молот, она била бы еще лучше. Тут можно получить кровотечение или поджиг, или еще что-то, и чтобы начать регенерировать, но почему-то он не хочет этого делать. А мог бы... Так, тут попытаемся на соточку. Трын-трын-трын-трын-трын-трын-трын. Отлично. Можно уже добивать Iron Black'ом. Самый сильный, как ни странно, у меня Iron Black, я ему дал молот. Чтобы, если уж он вышел в критической ситуации, сразу же мог добить. Собрал еще один отрядик. Если уж я собираюсь играть, то я обязательно должен добраться до Боец 2. Если уж я и буду играть, а играю я редко, чтобы это все было не впустую. Страх заставляет противника поменять бойца. Да ты чё? У некоторых, кстати, есть страх. На втором там приеме привязан. Обычно у меня соперник умирает. И я часто даже не знаю, что там страх, оказывается, был. И обычно второй прием настолько сильный, что я им всегда добиваю. Вот сейчас у Рейдена кровотечение, это значит, что регенерейшн. Вон, видели? Раз и плюс. Плюс 100 с чем-то. Так, что ему сделать, я не знаю. Давайте, может, сразу выпустим. Эру на Блэка. Не будем тянуть кота за хвост. Неплохо сам себе это самое наклепал Эрон Блэк.
Да, жизни мне не вышел, но что делать? Ничего, мы с Арекса будем... Снова Рейдена выпустим на Сарекса. Нифигово, он так коцает сам себя. А вот можешь отбирать силу. Ай, спасибо. А, не, это же он может отобрать силу, только если смог еще есть в наборе. Ну ладно. Ладно. Просто как-то непривычно видеть этого робота без остальной этой братьи. Вот это прикольный спам, сам иногда таким занимаюсь. Бесконечно можно спамить первым приемом, но, как видите, появляется щит и все портит. А раньше, пока щитов не было, ну, этих талантов, можно было бесконечно первый прием использовать. И знаете, когда еще можно было использовать? Когда не работали таланты, да, по-моему, когда версия 2.0 вышла, там, по-моему, с талантами были проблемы. Можно было бесконечно спамить первым спецприемом. Так, ну пофиг, что за соперник, всех затащим. Мелина, блин, слабо бьет, конечно. Ну, в принципе, учитывая, что она 33 уровня, без никаких улучшалок, она валит как Рейден 55-го. Так. Сейчас вот это сыграю, пару битв в комбат. И снова возьму за свои игрушечки в Steam. Люблю по сюжету побратить что-нибудь атмосферное, такое, ух, как Ведьмаки, например, или как Deus Ex, ух, как они берут. Правда, такие ролики я не буду выкладывать, потому что это чисто мое личное прохождение, в RPG я часто переигрываю, могу даже взлом замка переиграть, если не получится. Ну как это записывать на видео, как Николай ломает отмычки и пробует заново? Ну, это в тех играх, в которых есть сохранение, конечно, в тех, в которых нет, я таким не занимаюсь. Ой-ой-ой, это будет больно. Пробой блока, но он держится. Он держится, он держится. Наш блок защитил от всех кровотечений и всего подряд, что странно. Шокер! Помню первый раз, как только вот этот прием у Рейдена, да, который надо вот так набирать. Помню первый раз, когда у меня Джеки появилась, и надо было сделать этот прием. Я реально не мог додуплить, что они хотят. Если с остальными приемами я уже разобрался, как их делать, то как выполнять первый прием у Джеки для меня оставалось загадкой. Я все одним пальцем делал. Ну, свайп и одним пальцем, да. И, естественно, здесь я тоже пытался вот эту планочку поднять, тоже тапая одним пальцем. А оно так медленно росло, потом я думаю, ну, игра же мультитач. Ёлки-палки, ну, смартфон и мультитач. А что будет, если двумя или тремя? И оно как пошло, как начало набираться. И теперь у меня все эти на 100% выполняются. Так, давайте в этом ролике, я так понимаю, что это пятая битва, что ли, была? Так, блин, все быстро произошло. А нет, вот она, только пятая битва будет. Это хорошо, то я уже прям перепугался. Чё такие, блин, странные соперники? Да. Чё-то почитал я там по поводу доступности Mortal Kombat в Украине. Блин, его еще и так там проблемы есть с активацией игр, купленных за рубежом. Но некоторые что-то пытаются. А потом не могут активировать Combat Pack вот этот, или Combat Cup, или как оно там называется, короче, вы поняли. Набор, где Шансунг. Чё-то я так посмотрел, думаю, ну и хрен с ним, появится официально. Тогда и куплю. Так. Он, я вижу, у соперника классическая Мелина. Не знаю, что хотел показать подписчик этим отрядом. А ну, он слабый, ему против него Мелинку тоже слабо. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все-таки это его дочь. Он-то, конечно, слабый, но вторым приемом может вмазать нормально. Ну, мы просто запинаем обычными приемами. Ой, нет. А может и да. А чё за на, я тут уже нажата, у меня хитрый выстрел. Тут они, конечно, поленились. Можно было бы сделать, чтобы имена писались. Ну, тогда бы игра в размере увеличилась. Ух ты, блин. Только что она стояла, и вот она уже лежит. Это странно.
Хе-хе-хе-хе-хе. И у нас даже два уровня получили. Рен Блэк и Мелина. Это приятно. Это приятно. Сами как-то эти уровни растут. Я за ними не слежу. Так. 20 кровавые рубины. Окей. 4000 монеты. Спасибо. Вот это говно. Не спасибо. Зачем вы мне его даете, блин? Так, и на прощание. В этом ролике мы с вами сделаем что? Мы купим какую-то фигню. Максимум. Где-нибудь в конце. Что я покупаю, я не помню. Поезд тени, наверное, покупаю. Просто покупаю, лишь бы купить. Его и использовать и не собираюсь. Отлично, поезд тени у нас 6-го слияния стал. Все, чики-пики. Так, ребятки, следующий отряд могу вам показать, могу не показать. Не, покажу вам, ребята. Следующий отряд у нас будет кто? Вот такой. Призрак. Выбрал только ради слова призрак, и все. Только по этой причине, больше никаких других причин не было. Как ни странно, призраком Кунлау я играю реже, чем Джаксом. Это немыслимо, блин, учитывая, насколько это паршивая карта, и мне не нравится. Как так вышло, что он больше прокачан? Все, это мой следующий отряд, которым я сыграю прямо сейчас. Ну, вам желаю всего хорошего. До новых встреч на канале. Пока.